Всем привет, с вами Влад, Бостон Техник. Вашему вниманию вот такой стогомет Тюн Примор. Принимает в себя тюки с сеном соломой и с помощью вот такого выдвижного шнека разбрасывает их, ну, как вариант, подстилку для скота. Вот, весь полностью рабочий. Все функционирует, проверяли. Состояние отличное. Никаких вложений не требует. То есть можно прям сразу забирать, запускать в работу. Вот, отличная рабочая техника. Тем более это Тюн. Приезжайте в гости, все покажем и расскажем.